Проект по биологии направлен на изучение скелетных и сердечных мышц. Но сердечные мышцы здесь понятно. Это всем известные инфаркты и все, что хотите. Это заболевание сердца. А скелетные мышцы, все почему-то думают, что скелетные мышцы – это только качки и спортсмены. Вы понимаете, дело в том, что первым признаком старения организма – это как раз увядание мышц. То есть поэтому здесь, если мы правильно разберемся, как работают мышцы, не только сердечные, но и скелетные, то мы можем достигнуть не только в биологии фундаментальных знаний новых получить, но и для медицины. Проект по медицине поможет понять природу онкологии, и заключается он в изучении рецепторов mTOR. Это сигнальные такие каскады, которые запускают очень много реакций в клетках, но этот каскад еще запускает реакцию и на митохондриях. И здесь идея заключается в том, что посмотреть вот этот каскад mTOR, влияние на митохондрии, а как влияет на митохондрии, от этого зависит воспаление, канцерогенез, то есть образование опухолей, ну и многие другие процессы. На реализацию каждого из проектов выделено по 90 миллионов рублей. А в чем суть этих мегагрантов? Она заключается в том, что это иностранные ученые, такие видные, знаменитые, какое-то направление развивающее, приезжают в Россию и создают здесь лабораторию и развивают новые направления. Так, руководить реализацией проекта по биологии будет японский исследователь Йошихидо Хаяшизаки. Он не новичок для Казанского университета, он много раз был и в Казани. И вы знаете, что у нас есть юнит в Рикене, где работает Йошихидо Хаяшизаки, КФУ Рикен. Причем там не только в области биологии и медицины, мы работаем в области физики, химии. Второй проект реализуется под руководством швейцарского ученого Симена Хансуве. На реализацию обоих проектов выделено 3 года – с 2021 по 2023. Диана Желенкова, Ленард Влетьяров, Универньюз.